знаете о том, что здесь они живут и лишают их жилья, здесь, имущества? Вы знаете об этом, а? Понятые, что вы лишаете детей, на улицу выбрасывают детей, имущество выбрасывают на улицу. Смотрите. То есть у нас получается так, законодательство говорит о том, что апелляция не вошла в законную силу, вы решили, пригласили понятых непосредственно, которые даже не знают, что здесь происходит. Подо что вы подписываетесь? Вы знаете что? Вы подо что подписываетесь? Судебное решение еще не вынесло законную силу. Вот и все. Это почему вы подписываете документы, если вы даже не знаете, что вы подписываете? Вы приговор себе составляете. Ваша фамилия будет именно в протоколе, который вы свидетельствуете. Вы даже не знаете, что здесь происходит. Вы документы смотрели? Документы смотрели, понятые. Понятые в шапочке смотрели документы, что здесь происходит, а? Не смотрели. То есть вы сейчас занимаетесь незаконной деятельностью. Вы взяли, подписали документ о том, что вы не знаете о том, что законную силу еще не вошло. А вы уже подписали документики, ваша фамилия будут там. А мы проверим все документики и посмотрим. Если вы ранее участвовали в таких делах, дело производства будет проверено ваше. Кто будет... там участвовал вот в этом? Незаконные действия. Мы посмотрим, мы все проверим. Все, будет зафиксировано. И вот это тоже, мадам, из этих черных риэлторов. Да, связки с ними. Там не одна сделка у них уже, видимо. Да, печально. Что-то тут... Еще главное, еще как бы суть в том, что замочек уже поменяли быстренько, детей вышвырнули. Сейчас знаешь, что нужно? Сейчас нужно. Креста на вас нету. Арест этих мы проверим. Ну то есть они же там в протоколе будут проверять. Вы не понимаете, кто мы такие. Ой, вообще, я цирк. Ой, вы смешные ребята. Понимаешь, вы же один раз прошло, второй раз прошло, третий, а на четвертый. Опа, не получилось. Да. Какой ты боевой. Да я не боевой, я нормальный человек. Я хочу жить нормально по честным законам. Смотри, уже война идет, наших ребят убивают. Понимаешь? Вот именно что, да. Пасть закрать, больше ничего. Только пасть закрой. Они, чтобы понять о том, что... Мне, чтобы понять, почему здесь это происходит. Почему происходит это. Понять можно о том, что здесь происходит? Почему детей лишают жилья? В таком случае им должно предоставить жилье другое. Где жилье? Куда дети должны? На улице, что ли? 3 годика и 5 лет. Это как это так? Как можно совершать такие преступления? Езжайте. Бог с вами. Вас Бог знает, с кем разобраться. Всем привет. Вот мы как раз находимся по адресу Кудрова, Пражская, 9. Мы с вами видим, как сзади меня стоят вещи семьи многодетной, у которых двое детей, 3 и 5 лет. Все вещи выкинуты, стоят возле лифта. Вот. И ситуация становится гораздо интереснее, когда выяснилось, что приставы пришли уже с новыми жильцами, что квартира была продана, продана была в момент, когда семья еще находилась в своей собственной квартире, жили еще на своей площади. Эту же квартиру уже продали вместе с жильцами, которые там жили. То есть об этой ситуации говорил Краснов. Он как раз и указывал в октябре на то, что подобные ситуации будут возникать, и что это, эти ситуации являются на сегодняшний день преступлением. Друзья, я еще раз обращаю ваше внимание, что пристава сегодня, сегодня какое число у нас? 19 декабря, накануне Нового года, выгнали, как щенят, выставили из квартиры на холод на зиму 2 детей, 3 и 5 лет. У меня все. Это Российская Федерация.